Считается, что за месяц хотя бы до выхода в очаг, а поскольку вся наша республика – это очаг, значит, необходимо провести иммунизацию. Схема состоит из двух аппликаций, двух введений вакцинальных с интервалом месяц где-то, и потом последующая ревакцинация через год. Это вот минимальная трехкратная вакцинация. Поэтому до начала выхода в очаг, то есть до начала, скажем, хотя бы до начала мая, необходимо провести две прививки как минимум. Да.